Привет, мои дорогие друзья и зрители! Сегодня мы отправляемся на один из красивейших пляжей севера Греции. Пляж называется Врасидас. Туда возят экскурсии, но мы с вами туда попадем совершенно бесплатно. Сегодня очень жарко. Плюс 30. Ну, правда, сейчас уже 29 градусов. Короче, мы едем вдоль берега. Здесь недалеко, всего 20 минут. С этой стороны у нас вообще марина, еще одна. Вот здесь какой-то храм прямо у дороги. Очень такой симпатичный. Да, красивенький. Ну и все. Дорога пустая, все лежат на пляже. Сегодня выходной. К любому пляжу можно подъехать. Везде можно припарковаться, пляжей много, поэтому никакого столпотворения нет нигде. Хотя здесь очень много людей, именно в районе моря. Вообще Греция в этом году, конечно, очень сильно подорожала. Вот, кстати, здесь есть базарчик небольшой, можно было бы что-то прикупить. И продукты подорожали, и в общем. А сегодня с утра я была в парикмахерской. Это было, конечно, приключение, потому что парикмахерская, по-моему, здесь только для греков. Все разговаривают по-гречески, как одна большая семья, тебя никто не замечает. Они стригут то одного, то другого, ты сидишь. В общем, я провела там ужасно много времени. Но потом она взяла ножницы, два раза чикнула, и 18 евро. Как с куста. А, вот здесь вот вход на пляж. Какое интересное место. Ну, совершенно безлюдное почему-то. То ли сезон уже заканчивается. Что-то пусто везде. Вон пляжик, вообще никого не вижу. Ну, не знаю, вот впереди еще пляжик, посмотрим еще. Живописный островок. Все купаются, лодочка стоит. Никого нету на пляже. Вообще шикарно. Побольше народу купается. Ну, мне кажется, здесь пляж-то паршивенький. Паршивенький, да? Но народу много. А вот здесь вот речка такая заросшая, вязкая. Таверна Гефураки. Ну да, вот такое местечко тут тоже. Речку мы проехали. Это что такое? Ой, красиво тут что-то. Парк какой-то, что ли? Ой, смотри-ка, действительно. Интересно. Ага, точно. Сейчас мы на военную базу приедем, я поняла. Что? О, солдаты. Перамол какая-то, точно. Вот она, военная база. Здесь солдаты вон купаются, короче. Все, да, мы были здесь, я вспомнила. А, точно, вон эта крепость. Помнишь, какая-то разрушенная? Да? Ну да. Здесь вот эта крепость. Сюда. У нас цивилизованные везде маршруты. Вот мы едем. Очень цивилизованный маршрут. Да посмотри, какая здесь. Ну, мы тут можем остаться без машины. Да? Да. А, тут, кстати, по-моему, на левой дороге. А, нет, есть вон там дорога. А, слушай, погоди, а где ж тут дорога-то налево? А, нету тут дороги. Нету тут никакой дороги. Так, и что, куда мы приехали? Так, здесь дороги нету. Но вот здесь зато есть разруха, крепость. Thank you.
мы спокойно едем налево, направо. Так, вот, сейчас мы доехали уже практически до места. Это все оливковые деревья. Да, вон там сосны, оливковые деревья, болгары, оливковые рощи. Мы тут среди оливковых рощ. Посмотрим, что тут такое интересненькое. Сколько виноградика. Чуть вперед. Кто хочет виноград, можете сюда. На сбор винограда. Все назад. Это уже что-то другое впереди. А мы на сборе винограда, можно сказать. Он уже весь переспел. А что они его не убирают? Им не нужен виноград, похоже. А там, по идее, уже море. Вон там люди стоят, но там, видимо, не пляж. Да? Еще дальше. А мы находимся высоко над морем. Мы не так, что прям вот на море. О, этот берег довольно высокий. Но вон там ходят люди. Тут нигде нет места, чтобы не было людей. Везде какой-то человек покажется. А вот с этой стороны море. А где же этот пляж-то? Еще 1.5 километра. Ничего себе. Мы едем вдоль моря. Просто вдоль моря. Тут уже можно просто купаться, поэтому многие стоят. Ой, какая водичка, посмотри, представляешь. Да, вот так выглядит пляж, который мы приехали. Вот там стоит яхта, вон там вот люди. Там, я думаю, почище. А вот здесь вот, да, вот так. Это грязное такое место. Я думаю, что если бы не эта грязь на берегу, мне кажется, там вообще вода просто стоит прозрачная. Прыгать не буду, но красиво. Просто красота. Вот мы немножко поднялись выше. Широко открытое место. Вот. Мы поднимаемся сейчас. А потом спускаемся к морю. Да, тут осторожно. Да, когда дождь, тут вообще, наверное, ручьи, отсюда не выехать. А дорога такая интересная, но, в принципе, доступная. У нас опытный водитель. Сейчас мы повернем налево. Вот так вот это все выглядит. Поэтому мы все берем и поехали. Сколько народу-то здесь, смотри. А мы идем сюда? Ну вот на этот. Тут есть паркинг. Ой, какое место классное. Тут бар есть. О, как классно.
Yeah, of course, of course. 5 minutes. В принципе, есть все, и места, и для где развернуться. Там паркинг можно было в том, он даже, по-моему, платный. Ой, смотри, с этой стороны. Ой, красоти. Вот на каком пляже мы очутились. Так я искупаюсь и пойдем. Вон там камни, там, наверное, класс. Вот они лежат. Где? Торчат просто. Ой. Да, сейчас, это Митя. Вот такой пляжик. Вот такая водичка. Пошли туда в камни, я хочу так. И там одни яхты. Камни, да. Кораблики. Да, я хочу искупаться и снять камерой что-нибудь в камнях. Можно здесь. Одни болгары. В таверне по соседству подают рыбочку. Вот такую красивую. Мы еще взяли баклажаны печеную и скариды.
креветки. Такая греческая таверна прямо на берегу, рядом с пляжем. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Поели очень вкусно. Просто не ожидали такой вкуснотине в этом месте. Единственное кафе, но очень вкусно. Все. Не такое, чтобы бедный. Ну да, вот такие оливочки везде. А это называется вот так вот. Беги в амбрелла. Вот видишь, для тебя. Да, я это уже когда мы сюда прочитали. Тут можно взять амбрелла. А здесь вот такой вид прекрасный. Сейчас мы его и поснимаем. Вот дорога к этому волшебному пляжу. Вот такая живопись кругом. Едем вдоль моря. Кругом красота. Сейчас мы открыли совершенно новый пляж. Потому что мы на нем еще не были. Мы были рядом на каких-то пляжах. Но не на... на болгарских машинах, и в основном одни болгары. Тут рыбаки. Ну тут кемперы стоят. Ну все, мы выезжаем к тому месту, где мы уже... Вон эта крепость видна, вон горы. Опять здесь виноград повсюду. Хорошо, что здесь не было никаких пожаров. По крайней мере, ничего такого не видно. Все красиво, как было всегда. Здесь вот мы сейчас что-нибудь...